Образование в школах не станет платным. Слухи о взимании денег за обучение старшеклассников раздуты. Такое заявление на рабочей встрече с главой республики сегодня сделала депутат Государственной Думы Алена Аршинова. Недавние изменения в Чувашскую конституцию вызвали ажиотаж в обществе. Тема горячая. Некоторые растолковали документ по-своему. Якобы обучать бесплатно детей теперь будут только до 9 класса. Разработчики закона об образовании эти слухи опровергают. Готовить кошелек для перехода в старшие классы никому не придется. Сейчас важно разъяснить это людям. Накануне депутат Госдумы встретилась с представителями родительских комитетов. Проблемные вопросы удалось разрешить. Мы всегда в Государственной Думе подчеркиваем, что сфера образования должна быть сфера, в которой нет политики. Здесь для всех одна самая важная цель, стратегическая цель, чтобы наши граждане были самыми конкурентоспособными, что мы формируем самый главный ресурс, который потом работает на государство, это человек.